Так, ребята, я вас всех приветствую ко мне на моего канал Konami TV, Detroit TV. Так, ребята, у нас сегодня четверг в 2024 году, и у нас сегодня, как обычно, небольшой обзор. Обзор на мод КамАЗ. КамАЗ 5490 от Пивенска. Александр Пивенская. Вчера его кто-то выложил на общем в доступе. Да, естественно, что ссылка под видео будет в описании, как всегда. Версия игры у нас 1.53.1 Steam, лицензия с дополнением DLC. Вчера только что обновилась официальная игры, как бы, 3.1. Ладно, ребята, тут, как обычно, ничего делать не будем. Попадем услуга, покупка тягача. У дилера бренда модификация. Как видите, как мы видим перед вами, перед нами КамАЗ 5490 Neo, высокая вариант. Изменяем конфигурация. Что могу сказать? Тягач класс, тягач супер. Так, что ж там? Давайте сейчас, если вот так посмотреть по освещению, все прикольно сделано, что сзади и что впереди. Также есть функция кабелей есть, как бы. Так, ладно, поехали дальше посмотреть наш данный тягач от Пивенски, на что он способен и что нам докажет. Так, есть высокая газодизельная, вот это есть обычная, но это топливо на дизель. А это газодизельная. Ну, давайте оставляем газодизельная. Так, шасси тут у нас газодизельная 4x2. Есть два варианта от компании Daimler. Двигатель от компании Daimler. Ом. 457. Ла. В4. В3. Ну, давайте оставляем. В4. 428. Коробка премиум передача есть ZF12AS 2313, ну, 2330 TDI. Также есть 2221 TDI, то есть. Ну, давайте оставляем 12 с ретардера. Так, по поводу интерьер тут предоставлен от Александр Пивенская. Два варианта. Есть с механической коробкой премиум передача, есть АКПП. Автоматическое управление, автоматическая коробка применения передача. По цветовой гамме, поехали. Есть красная, есть желтая, ну, то есть, да, желтая, есть кокосовая, бронз, есть роял грей, серая, есть гамбечи серая, черная, красная, зеленая, серая, синяя, есть белая, есть черная, есть желтая. Я не знаю, вот они. А, все понятно, видите, это как бы так нормально, а это уже сильно отображающее. Есть пользовательский цвет плюс металлика. Берем зеленый с белой, красный с белой, также зеленый с белой. Так, есть вот такой вариация. Есть вот такая. КамАЗ, есть черная, есть синяя, есть опять 25 черная, есть Edition, Black Edition, Neo, Special Edition, есть Neo такая, есть вот такая вариация, вот, есть вот такая, то есть смотрите, выходит так, что есть стартовый вариант, есть синяя с белой отображающая. Также есть Neo Com Trans 2017 году. Есть вот такая вариация. И есть вот такая вариация. Видите, да? Ну, давайте я просто ставлю свой цвет, а дальше можете под себе посмотреть, как что чего. Так, тюнинг. Тюнинг. Можно разобраться, что к чему. Поехали. Так, давайте сначала в первую очередь разберемся с перетной. Так, есть пластиковый вариант, есть окрасочный,
Пласкового либо оставить, либо убрать. Ну, давайте я оставлю. Так, тут номера. Можно включить шагающую камеру и приблизить там. Вот так, приблизить. И там посмотреть, какие тут варианты есть. Например, берем К. 100. 70. 8. И там также К. М. К. Также тут можно выбрать там 98. Вот она, 98. Теперь давайте той же секунду пробежимся в этом. Давайте освещение мы вырубим. Так, в этом задний час тоже надо. Также. Так. К. 100. 100. 90. 198. Также К. М. К. Также тут можно за также 98. Вот так. Все, с этим мы разобрались. Так, что еще мы тут начинаем иметь? Есть одна вариант передное зеркало дополнительное, то, что нам надо. Так, козырька есть стеклянного, есть окраска, есть пластиковая. Давайте оставляем стеклянную. Так, тут есть несколько вариантов преобразованного маячка. Либо оставить, либо убрать. Лучше я его уберу. Но это попозже. Так. Также у нас тут есть Neo, либо Neo 2. Также тут для тех, кто собирается возить там топливо, опасный груз, то 331903, либо без нумерации, либо 301202. Ну, давайте оставляем без нумерации. Так, либо пластиковый, либо окраска. Ну, давайте, пускай будет пластиковый. Также тягач совмещает CSL Мегапак. Можно тут писать Neo пробел 2 54 90. Все, вот так. Так. Так, это у нас, по-моему, брызговик. Есть без названия, есть с названия. Давайте с названия. Также с названия КАМАЗ. Так, тут есть либо Enable, либо Disable. Disable это исключено, Enable это включено. Давайте Enable. Так, пластик, либо краска. Ну, пускай будет пластик. Так, это понятно. Так, имеем боковая юбка. То есть тут она у нас исключается, боковая юбка. А тут есть одна вариант. Верхняя аэродинамический спойлер. Также есть верхняя боковая аэродинамический спойлер. Ну тут, видите, тут что начал. Или она так и должна быть, или может потом Александр Пивенский потом все это дело исправить. Так, что тут имеем? Ну, с этого понятно. Так. Тут имеем дополнительное. Также тут есть лента. Это ночное отображение. Также тут имеем Т2642, 2640 и есть М1840. Как помните, как вот на Аксор есть, вот тут тоже сам такая же история. Так, с этого разобрались. Так, с этого тоже разобрались. Так, это попозже. Так. Ну, тут все уже, как бы, да, ребята? Все, вроде бы, тут больше ничего не добавишь. Больше ничего. Да, вроде бы, как бы. Так, теперь переходим к шина. Шина есть зимняя Мишлен. Есть Мишлен обычная. Есть КамАЗовская, типа, шахматная. Ну, кирпичная, то есть. Есть обычная. Есть опять 25 кирпичная. Ну, давайте оставляем кирпичная.
Тут тоже самая такая же история. Зимняя, мишленовская, есть КамАЗ, КАМА, кирпич, обычно и кирпич. Давайте оставляем кирпич. Пускай будет кирпич. Так, с этого все как бы. А, с этого все, да. Так, тут имеем пластик, либо краска. Ну, давайте оставляем. Ну, давайте, пускай будет пластик. Так, также либо окраска, либо пластик, либо окраска, либо пластик. Ну, пускай будет пластик. Также. А, это понятное дело, это вот это. А, нет, подождите. Какой? Это же в кабину. Типа, начинается добавить либо механический коробка применения передачи, либо автоматический коробка применения передачи. Ну, пускай будет автомат, как бы. Все, ребята, больше как бы больше ничего тут не добавишь, ничего не покрасишь, ничего не повесишь. Так остается. А тут видите, еще можно тут это, ну пускай будет там освещение, можно тут поменять как бы. Не прикольно, то есть все сделано неплохо, конечно, все чисто. Да, и можно его поддерживать, как бы вот это пивенское, там, с 3500 рублей. Вот. Все, ребята, теперь перейдем к интерьеру. Так, интерьер-то понятное дело. Так, теперь давайте. Так, тут имеем однобарян, одна рулевой колеса от Пивенская, Александр Пивенская. Баранка, то есть, да. Также, если... Возможно, то есть, если дополнение. Так, тут либо портативный, либо мобильный. Либо убрать, либо оставить. Ну, давайте вот мобильное мы оставляем. Так, тут у нас освежитель воздуха. Также, как хотел отметить, что тягач совмещает Сисел Мега Пак. Тут можно, я не знаю, там быстренько там какой-то есть красивая девушка. Вот эта красивая девушка по имени Мелисия. Так, также тут можно всякие различные повесить. Тут имеем один вариант. Рация от компании Стаба. Вот. Так. Тут у нас есть этот, как его там, передне-боковой брызговик. Пожалуйста, видите. Также при выбор не брызговик, там шторчик, то есть, прошу прощения за ошибку. Шторчик, короче. Также при установке шторчик у нас дает возможность. Вот так. Ну, я не знаю, тут куча вариант. Есть бродяга, есть белая бродяга, есть красная бродяга, есть это... типа, сохрани, спаси. И тут тоже там такая же история. Есть Россия, как бы. Есть Россия. Ну, давайте вот это Россия оставляем. Так, тут также имеется дополнительный вариант. Давайте вот это оставляем. Также тут, я не знаю. А, вот тут еще какие-то там КамАЗы можно. Также там пролистать. Там дальше. Вот сюда, наверное, да, или сюда. Я не знаю, если вот так. Ну, давайте вот сюда. Тут чего мы можем повесить? Я вот правда не знаю. Вот так пролистать. А, вот тут видите, лизинг от компании КамАЗ. Лизинг КамАЗ. И тут лизинг КамАЗ. Вот так. Тут что еще мы тут начинаем иметь? Так. Обычное. И там Голландская ССР. Думаю, что нормально будет. Также тут у нас, возможно, тут... Так. Спустимся самый сниз и там пролистаем. Вот это для меня стало интересно. Ну, давайте вот это оставляем. Также тут у нас есть несколько вариантов. Ну, я имею в виду, дает возможность устанавливать там более такие различные игрушка. Типа такой. И Сканя. И Реношка. А тут
Тут можно какие-нибудь различные, там, я не знаю. О, пускай аппетит. Термакс от Рено. Как бы. А тут также, как хотел отметить, что совмещать Сисел Мегапак. Также тут есть. Ну, особо я не понял, если он совмещает Сисел Мегапак, почему тут мы не видим подушку от Сисел Мегапак, понять не имею. Также тут есть несколько вариаций там. Ну, давайте вот это ставим. И все как бы. Лампочку выбрали, там типа enable, disable, пока у нас будет enable. Все, ребята, вроде бы все уже как бы, все уже как бы. Но тут есть одна вариант. Все как бы с шином разобрались там. А вот я, видите, я еще там про вот это детализация, другие там. Есть такая, колпачки. Если такое. Ну, давайте оставляем вот эту, я думаю, нормально будет. Также тут есть вот такая вариация, такая, вот такой, я, если кто помнит, это было от фильма «Дальнобойщика». Давайте оставляем вот эту, я думаю. Вот это. Также тут можем. Есть вот такая вариация. Есть вот такой. Ну, видите, ребята, выходит так, если вот перенести дефолт, то может. Во. Во, вот так, думаю, нормально. Вот, да. Вот так, вроде бы нормально. Теперь нормально стало. Также тут пусто. И пусто. Все, ребята. Все уже как бы вроде бы все разобрались, вроде бы ничего не пропустили, ничего. Все как бы установили. Что ж, ребята, остается его приобрести. Купить, естественно. Ша. Есть куда его отправить? Да. Ох. Угу. Так, теперь остается попасть в компанию. Грузовик. Давайте вот это мы удалим. Не знаю. А, не, подождите. Куда она у нас? Давайте. А, вот это уже стоит. Так, что ж, ребята, добро пожаловать в КамАЗ 5490, 5490 Нео, предоставлено от Александр Пивенская. Так, что ж, поехали, смотрим. Обычно есть, пневма нету, прописано только один сигнал. Так, дадим питание, приблизим. Так, смотрим. Как видите, как мы видим, все это дело. Как в, все это дело, как видите, как мы видим, все это дело начал срабатывать. Также все это дело, как видите, как мы видим, все это дело начало срабатывать. Либо оставить, либо исключать, но она не исключается. Так, про бортовой компьютер. Также все переведено на русский язык. КамАЗ там, 720 литр там. 31-30 километров пройдено. Так, температура, вода 30, масло 30 уровня. И там расход 0, как бы, текущая 0, как бы, средняя 0, как бы. Время 0, расход 0, подсказка турбина, скорость, название КамАЗ. Ну, вот это пускай. Так, по поводу отпускания окна. Приблизим. Есть они, ну, прописано анимированное действующее клавиша. Также по поводу приблизим. Странно, почему-то она не от. А, понятно. Она же у нас капот открывается. Еще раз. Видите, все начало срабатывать. Вроде бы неплохо. Все оно. Если и снаружи,
Глянем. Глянем. Да, у меня правда, у меня этот сам. Но не суть, нормально. Все начало выполнять. Видите, да, все есть, все контакт начал срабатывать. Отлично. Так, что мы тут имеем? Стояночная есть. Приблизим. Стояночная есть. Аварийка есть. Блокировка дифференциал есть. Подсвет кабины есть. Действующая анимационная клавиша есть. Либо оставить, либо исключать. Так. Что еще там? Лево, право, аварийка. Так, про стеклоочиститель. Датчик дожди есть, как бы. Приблизим. А, это вот это. О, слева, за баранка. Это раз положение. Два положения. Третьего положения. Четвертое положение. Она исключается. Все. Так. Есть там. Все. Все, как видите, как мы видим. Дождь пошла. Так. И что, посмотрим. За собой каплю дождь не оставляет. За собой каплю дождь убирает. Мажет отлично. Нет никаких глюк, нет никакие косяки. Так, сторона. Все это дело работает. За собой капли дождь не оставлять. За собой капли дождь убирает. Мажет отлично. Также люк работает. Прекрасным духом. Так, смотрим изнаружи. Есть, как бы. Все есть, все работает. Вроде бы неплохо. Неплохо все реализовано. Так, теперь надо все это дело исключать. Так, все это дело мы исключим. Теперь надо перенести, посмотреть там ночное состояние. Также все это дело мы вырубим. Также приступим. Так, все как бы, вроде бы все сработало. Так, смотрим. Сетевая есть. Так, приблизим. Так, стеклоочиститель. Мы все это дело вырубаем. Так, стеклоочиститель. Так. Стеклоочиститель есть. Так, теперь посмотрим про АКПП. АКПП, то есть. Есть реверс. Есть нейтралка. Также, видите, правая сторона за баранкой. Еще раз. Есть реверс. Есть нейтралка. Есть автомат D, то есть, да. Давайте переносим на нейтралка. Также, ребята, также тут у нас. Смотрим. Да, все вроде бы прописано неплохо. Давайте его полностью убираем. А вот это все включаем. Так, глянем. Так, смотрим. Лево, право, аварийка. Реверс есть, все есть. Так. Все работает. Так. что еще там? Стоп, наверное. Стоп есть. Вот это стоп работает. Вроде бы все нормально. Прекрасным духом. Все работает. Это есть стоп. Есть аварийка. Есть реверс. Есть. Все есть. Как она называется? Стоп. Все есть. Все вырубим. Все прекрасным духом начало срабатывать. Теперь давайте. Сетевая. Так, приблизим. Так, по поводу это самое. Как она там называется? Сетевая есть. Так, смотрим. Это габарит ближе дальний. Габарит ближе дальний. Габарит ближе дальний. А действующая клавиша, это вот видите? Сейчас еще раз. Да, есть контакт. Аврика. Да, есть контакт. Все прекрасным духом работает. Но вот это я не понял, как его там. Ну, это все такое же за баранка, ребята, вот где выше есть.
лево сторону. Вот это и есть за баранка. Значит, смотрите, это у нас габарит ближе дальний. Габарит ближе дальний. Габарит ближе дальний. Все есть. И снаружи смотрим. Так, сетевая есть. Габарит ближе дальний. Габарит ближе дальний. Все есть. Все работает. Все есть. Также стоп работает. Так. Что еще там? Все, ребята, вроде бы... А, нет, я еще там, видите, по поводу подсвет кабины у нас стоит как бы на назначении пункт, у меня стоит на цифровой делатель, видите, да? Либо enable, либо disable. Disable это у нас исключается, enable у нас включается. Смотрим из снаружи. Также все это дело у вас, у нас. Ну, у вас это не знаю, у меня все сработало, видите, да? О, вроде бы нормально как бы. Раз, раз, как говорится, раз, раз и на матрас. И тут тоже самая такая же история. Ладно, ребята, что ж, давайте там... Там полуночь, ну, полдень, то есть, да? Полдень. Все, ребята, так. Остается запускать двигатель и посмотреть дальше, на что он способен. Так, так, это, по-моему, там. Видите, ребята, где вот баранка? Смотрим. Так, это у нас исключается. Также есть анимированно действующий ключ зажигания. Также сейчас. Да, немного неудобно. Ого. Да, звук своя. Вырубим. Сейчас. Ну-ка. Еще раз. Так, аварийка. Да, есть. Есть звуковая щелчков. Есть подсветка. Есть подсвет. Ну, да, есть подсвет кабина. Все прекрасным духом работает. Еще раз. Так, смотрим. Так. Да. Все работает. Так, вырубим. Изнаружи. Да. Да, звук своя. Еще раз. Не, нормально, все сделано. Слов нету. Так. Так, по поводу управления моста. Есть. Есть. Да, самое низко. Есть. Видите, да? Все есть. Все работает. Так. Спросимся. Смотрим. Обратим внимательное внимание. Все есть. Все есть. Физика, контакт есть. Все есть. Все есть. Все есть. Не, ребята, неплохо. Все реализовано. Реализовано прям пушка, прям бомбесно. Так, ладно, спросим. Так, немного прокатимся, ребята. Так. Стояночно снимем. Немного прокатимся, а потом посмотрим продвинутая цепка симулятор. Так, поехали. Так, смотрим. Так. Есть анимация. Также прописано анимированный брызговик с названием КАМАЗ. Еще раз. Реверс. Все есть. Немного прокатимся. Не, ребята, я не знаю, ребята. Не знаю, ребята, что вы будете думать. Пишите свое мнение по поводу этого тягача. Да, это для тех, кто фанат ездить именно КАМАЗ. От КАМАЗ от Пивенской, также КАМАЗ от Нео, как бы. Ну, не знаю, вот раньше помню, что с этого КАМАЗа занимался Лакоста. Насчет тормоза слов нет. Так. По поводу баранка. Все есть. Все есть. Все работает, как располагается. Сбросимся.
Так, по поводу это самое стек, ну, по поводу бокового стекла зеркала, то есть все есть, все работает, все как располагается, все есть, все как располагается, вроде бы нормально. Так, также также мелкое окна, ну, низкое окна, также все это дело у вас, ну, у вас я не знаю, у меня все сработало, также сбросимся. Все, ребята. А теперь давайте. Там у меня где-то есть прицеп, по-моему. Та компания, прицепы. И вот она у нас. Сейчас, быстренько. Зацепим. Зацепим. Так, отцепляем. Также дадим назад. Также вы можете все это дело отпускать. Видите? Так. Немного прокатимся. Вот жаль, что нету пневмовоздушный сигнал. Если еще было пневмовоздушный сигнал, еще было круче. Так, дадим назад. Да, есть функция кабелей. Да, функция кабелей есть. Немного прокатимся. КамАЗ от Пивенска, от Александр Пивенска. Тягач класс, тягач супер. Не знаю, ребята, пишите в комменты, что вы будете думать. Вот, знаете, тут есть одно но. Не хватает вот это пневмовоздушный сигнал не хватает. А так, в принципе, КамАЗ прям пушка, прям бомбезно. Но шаша. Так. Не, ребята, стоит о чем-то подумать и стоит на что-то развлекаться, покататься и так далее подобное. Немного прокатимся. Насчет тормоза также слов нету. Что ж, ребята, надеюсь, еще, видите, ребята, я одной вещи заметил, когда даешь питание, да, видите, что происходит, еще раз, видите, вот где клавиш написано принц, видите, о, видите, да, ну, это где справа сторона, за аварийка, за, ну, за аварийка и за... И возле блокировка дифференциала. Еще раз. Видите, вот это я не заметил. Что ж, ребята, мне пора с вами попрощаться. Надеюсь, обзор кому-то было полезно. Обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Поддержите, пожалуйста, наш официальный YouTube канал Konami TV, Detrak TV. Ссылка про оба канала будет под видео в описании. Также ссылка про этот тягач также под видео будет в описании. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкие. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.